Hitman 2-2, over. Так, мы русские, против нас америкошки. Наша задача захватить в Пиргасе вот эту зону. Не можем, враг не может выходить оборону за красную линию. Будем ебать. Дым какой-то спереди. Этот, ты поосторожней, слышь? Давай, соберись, пожалуйста. Смотрите, будем подъезжать, нас может ебать уже АГС, бля. Будет закидывать АГС. По этой базе не бегать, блядь. Влетаем, сидим и ждем команду. Класс. Понятно. Будьте готовы, что мы пизды получим. Всегда готовы. Красава. На дальний. Притормозите чуть-чуть, на скайбэке вперед поеду. Спокойно тогда взаимодействуем. Как лучше, так? Понял, остановился в лаке. Первый вариант был лучше. Да. Верстка смотрит, что ли? Чем мы стали? Ждем бэхи. Пропускаем бэхи вперед. Я все вижу, у меня есть зеркала, бля, пацаны. Северная и южная группа, которые проходят, ускоритесь на БМПХ. Когда я только заслали на метке. Повторить через 55 секунд. Да, принял тебя. Я принял. Угу. Я обгоняю всех на ней, блядь, на заглушенной. В куполах паркуемся. Отлично. Значит, смотри. Харлей, открывай. Одного быстрее. Посадим, пусть самым первым по дороге. Отходи. По моей команде. Принял. Один человек. Точно один. Это будет тестовый пацан. Принял тебя. Спешились, от шишиги далеко не убегать. Так. Харлей, GPS-а нету, Бортес, блядь. По дороге, ты имеешь в виду по берегу, которая вот пошла, блядь, да, вот вдоль? Мимо заправки, мимо этой. Штаб. Так, кстати, мы насколько далеко продвигаться даем? У кого GPS есть? Вадим. Есть. Отдавай GPS Харле. Ворота закрывайте, все двери закрываем. GPS Харлею, Харлей в шишигу. Сука, я сказал, из купола никому не выходить нахуй. Пятую выехать вместе с Бэхой и осмотреться. Если все в порядке, докладывайте мне. Поняли. Удачи тебе. Открывай. Иншалла, брат. Рыбы у нас наблюдают. Аллах с нами. Задрали хвачки. Понял, на Бэху выйти. Закрывай. Ах, Орлеич, блядь. Он по дороге есть. Да, он выехал, сейчас выйдет из этих, из базы и попрет. Ждем. С чем-то не устраивает Аллах? Мне, короче, до метки Раш. Да, доехать до Раш, и если чисто, помаячить нашим как-нибудь там. Понял. Они будут смотреть ветер за тобой. Тишина. Ну, парни, блядь, столько флуда я ебал, нахуй. Дайте я от вас отойду просто. Скажи, блядь, я там надымлю чем-нибудь. Быстро. Ветер, это Харлей летит на шишиге, он, если чисто, накидает дымов. Принял? Давай, если чисто, дымы кидай. Южная группа.
Ну давай, родной, блядь. Вы теперь прикидывайте, хуй к носу, сколько нам пешком бежать. Да, мне кажется, Саган, я не хуй. Саган, на связи. Нет, Саган, ваша бэха катается? Да, да. Ваша около бэха. Вас противник работает. Харлей жив, еще есть связь? Да. Если пизда, разворачивайся, уходи. А, Лоцман, вас накрывают с АГС? Нас, нет, нас накрывают только с огнестрела. Да откуда вас открывает метод, как поставить? Еще раз говорю, откуда накрывает метод поставить? Первый, сразу метод справа от него. Я не слышу. Вот он, живой? Не слышу тебя. Так точно, живой. Мы спокойно. Еще живой. Раз. Нам нужна поддержка. Хорошо, у нас контакт. Так у вас есть БМП, пускай вас поддерживает. Сейчас поддержит. Братан, я не слышу тебя, не слышу. Абрамс, это РФП, у нас Абрамс. Где именно? Тобру зажил, на севере. Метку поставил, Абрамс здесь. Метка. Сможете расхерачить его с... Да они сами открываются. С РПГ. Он сейчас на высоту заезжать будет. Херачите его с РПГ просто. Ветер, мою шушугу, я так понял, справа, с востока обхуячили. Ветер на связи? Я не знаю, связи нету, он там уже заикался, но говорит, по-моему, справа меня ебашили. Он доехал. Не могу сказать, наблюдай дымы. Если будут дымы, значит он закрепился и там чисто. Вижу, кто-то там бегает, блядь, в районе заправки, нахуй, толпа, нахуй. Ну это враг. Харлей. В районе заправки своих нет, можете с бэхи отработать. РФ на дальний, РФ отделение. Какой точно один? 40? Ну вот, сейчас на горку поднимешься, 150, увидишь город, это наш город. Штаб, не вам это седьмые, это скифам вроде, значит. На 25-ю, да? Так точно, на 25-ю, и пускай кроют пацанов. А, подтверди её. Да, точно? Да, там гора. Ну, так точно. Перепутаешь. РФ на дальний. Возможен враг, нарисую. Так что внимательно. Этот город уже за периметром будет, то есть там бэк, везде бэк, может быть враг. Очень быстро в темпе, давайте. Румов, у вас там враг, саундов. Седьмые, которые 7-2 с куполов, подходим к контраке. Давайте. РФПшники живые еще? Кто тяжело устал около этого домика, отдыхайте и дальше. Уебал он, блядь, уебал на юго-запад. В район 94-й поехал. Харлей, есть связь? Саган, по возможности, короче, какое-нибудь рандомное отделение, пускай за ним выдвинется. Так, нихуя, вот это гремит. У всех так гремит, пиздата? Да. Атмосфера, блядь, огонь. Я не вижу эти метки в группе. Так, доходим глубже, блядь, город 140. Занимаем, блядь, район церкви. Кто потерялся, вы доворачивайте на 160, тогда основная дорога, и на 140. Ветер, пускай отрабатывает бэхи. Отставить район церкви, рассасываемся вдоль основной дороги, блядь, которая на 160. Близлежащие дома. У нас враг пиндос? Да. 7-2 закрепились в антраке. Есть какие-нибудь данные по отстрельным РПГ? Пока нет. 7-2, начинайте подавлять противника на мосту. Продвиньтесь аккуратно по дороге. Сейчас метку дам.
Давай жду метку. Так, парни, сели, все, сели, где кто есть. Оттуда, короче, просмотрите вот эти метки. Мои. Если там есть противник, пускай Бэха на туда перекатится и отработает. То есть 36-ю зайти за нее, да, и просматривать прыгнуть. Все, отставить. Начинаем движение, блядь. Сейчас возьмем эти на, блядь, на восток ровно. Выходим из этого города, мы идем в атаку. А? С нашим отделением, что там за рыб? Так, стопэ и делаем сдвиг по КВ. Сдвиг. Реда на дальний? Хуй знает, Харлей жив, не жив, блядь. Ты свое отделение в БМП посадил? Нет, еще лечусь. Садите в Бэху и по моей метке просто прорашивайте нафиг. Да. С этими пацанами. Другого слушай. Идем, все возьмите, вышли из города 100, идем на 100, даже пишут 90. Сейчас выйдем, как бы окончательный маршрут Реда нарисовал. Вот пригорок у нас будет сейчас на 120, мы его обойдем, просмотрим камни. Кто? Враг, внимание, азимут, северо-восток, дом, второй этаж. Вантраки, враг. У седьмых вантраки 7-2 враг. Занимайтесь им. Все, чистим врага, чистим. Сейчас РШГ зов, ебу, подожди. Я могу осколком с РПГ. Внимание, выстрел. В этом доме враг. Лодка на дальний. Второй этаж, американец. Танк у вас там где-то катается. Принял, заняли 7. Принял тебя. На мою черную метку сместись, от тебя ничего. Давайте по гэшку у него. Нет. Может быть, не один. Далее нарисовал маршрут, все спокойно, просто прорабатывайте его и займите нас. Все, не трогать здание, я захожу. Под ограду, не кидать! Маршрут стер, повторишь. Саган на дальний? На дальний. Абрамс не видите? Он там уебал, я не знаю. Он был на втором этаже? Он уехал, может, на метку. Кто зашел в дом? Граната моя. Санта в доме. Ну, постарайтесь побыстрее продвигаться к городу. Можете взять даже восточный, чтобы он восточный не заметил. Ну да, мы, короче, снимаем как метку. Минус. Минус. Сам определишь. Да, один в доме минус. Я поставил метку. Он нас спалил, что просто передал, да? Да. Миномет работает. На штабе. Взял трубу. GPS есть, поднимитесь, возьмите. Что у вас? Ну GPS, если есть карта, ну только GPS. 19 не достреливаем до них. Метку ставь на нее. 7-2 был дозорный, с трубой сидел в городе, его убили. Метка Тика Хаммер стоит. Круговую заняли, сидим пока. Понял. Просто проедьте, короче. Отличная работа, отличная армия, блядь, мужик. Так, внимание. Азимут 60, расстояние 700-600 метров в камнях. Вижу пехотинца, наблюдатель, смотрит на нашу позицию. Смотрит туда, куда мы только что штурмовали дом. Так, внимательно. Нет, стоп, внимательно. Азимут 60 с камней, да? Да, камни, видишь, на горе камни 60. Поставай. Куча много, очень много камней. Да, вам их не нужно. Секундочку. Пока не по кому работать. Снайпер отсюда может поработать. Я не вижу его, смотрю по. Так, парни, это 7-2 из. Снайпер на юго-запад к дороге. Я тут стою. 7-2 из антраки. Сейчас поставлю, где сидят пехи, блядь, и ждут. Сейчас иду. Пускай по черному маршруту ехать, да? Да, просто фул форсаж и дергай. 7-2, метки примите, синие сидят, блядь, от антраки на северо-востоке, нахуй, прям ждут. Антракию зачистили. Ориентир, да, еще раз. 60. Камни 60, расстояние 500, там, сколько там летел. Еще раз, что могу? Пожалуйста, давайте, объебите эти камни все. На самой вершине, да?
Сейчас Бэха ебашит будет. Он буквально вот в конце камней. Вот если по этой горе продвигаться на восток, он восточнее, в восточных камнях, самых восточных. Он его вижу, снайпер, иди сюда, где ты? Тут отсюда его можно залить, я вижу. Бля, я его не вижу. Там работает танк, одна сталь 180, сейчас не можем поставить метку. Лосман, ты на актуале? На актуале, да. Нет уже. Сейчас на актуале. Понял тебя, сверли работает или нет? Он не один. Да, да. Круговую заняли, чтоб к вам не подошли, бля. На горизонте одна. Двоих видел точно. Сука. Ну ладно, давай отходим. Примите метки 7-2, блядь, Санта нахуй. Там целое отделение, блядь. Уже летят. Подлет 25. Принял. 25 осколочных, фугасных, минометных летят в эти камни. ПДВ, 15 секунд. 15 секунд подлет. Так, Влад серьезно ранен. Помогайте. Тащите его, помогайте. Повторяю, он живой привез. На дальний, продвигаться не может, противник впереди. Это банан? Нет, мой миномет по этим горам. Пехота. Миномет, маленько не ту... А, хорошо, хорошо. Хорош. Банан. Это банан, по городу бьют рядом. Не уверен, а собрать. Закрепились пока. Круговую, блядь, смотреть влево-вправо. Свою бэху пропустите как-нибудь восточнее. Пускай за горами, за этим всем. В дома зашли, блядь, закрепились, смотрим во все азии. На бэхе ваши катаетесь нормально там все? Ну, контакт. Если бэху не обстреливают с абрамса, уплётывайте к лоцману. Кто бегает под дом? Задерживайтесь с этим противником. Ваши задачи мы не останавливаемся. Кто бегает под дом? Все, красава. Блять, в КВ говори. Седьмой ВП живая еще? Пока, да. Так, у нас без ноги, Влад. Блин, чуть дальше миномет, если наш бил или что это, чуть-чуть дальше, блядь. Ты сильно близко к городу кидаешь. Если у вас, если это, смотри, если спереди противника не наблюдаете, просто рашьте по красной линии на своей бэхе совсем. 7-2 сидим, ждем, блядь, или идем тоже? 7-2, 3-6 минус. Займите по возможности, прикройте бэху свою. Просто огнем подавите. Им бы чуть-чуть правее бы. Которых видели. Парни, миномет, чуть-чуть правее еще. Только что ебанули последний. Чуть-чуть правее. 55 секунд подлет. Принял. Сейчас 55 секунд подъем. Снимаемся, все живы? Да. Снимаемся, уходим, бля, продолжаем движение, вазим эти, блядь. Пригорок надо занять, блядь, которая у нас будет, вазим эти на востоке 100. Уходим, уходим, уходим. Куда еще раз уходим? Повтори, я Владу буду встречать. Азимут 120, видишь, пригорок сарая, одинокое дерево, блядь, вот этот бугорок. Вижу, вижу, вот вижу. На него уходим. Это 36-я высотка, нам надо ее занять. Так, на связи. Черт, там голый поле, а убрали врага? Давайте full rush просто. Миномет выдашь. Rush у нас, пацаны, все. Мы, короче, в город двигаем, по нашим меркам, в город прям. Да-да-да, тогда на полных парах, давайте. Я ранен в ногу. Да, БП полота, брать. На пехоту, брать. Жгут кинь, заебал. Нет, я сделал, остановил. Быстрее, быстрее, быстрее из города ушли, быстрее. 7-2 подошли на 39-ю. Ой, на 36-ю. Давай вот так вот проезжай, короче. Скайп. Сейчас по нам стреляют на метке лоцмана. Я вам показал, что вам так не работает. Боже мой, на гору уйдите. Я и говорю, за гору уйдите и держитесь постоянно, либо за горами, либо за зданиями, и рашьте тупо. Все, вот тут рассосались, надо наблюдать 140. Так, пошел на одну минуту.
бьют оттуда, начали сложить. Не вылазить из этого пригорка. Если что, к нему, ну, в низинку тут спускаемся назад. Санта, блядь, минометом накрыло, я не успел выбежать из города, блядь. Ну, выходи, выходи, выходи. 120 из города. Влада пизданула. Ну, понял, ну, ничего. Беги, увидишь нас на пригорке, мы сидим. А мне тут тоже, блядь, досталось, блядь, так, что пиздец. Мне надо, блядь, кто-то вернулся, помог мне, блядь, дырки затыкать. Я возвращаюсь, у меня GPS. Давай. Так, парни, осматривайте район заправки, кто на гору поднялся на юг. Я на юго-западе, вот куда, ну, сзади вас, блядь, в городе. В ближайших домах. Так, движение наверху, внимание, там, куда миномет бил. Понимаю. Там свой. Свой вроде. Все отлично. На месте, пацаны. Да, свой. Седьмой БМП на дальний. На дальний. Пехота где-то возле церкви. Через 30 секунд выезжаем. 7-2, вижу свою шишигу разъебанную стоящую. За заправкой Панам метров стреляют. 500. Не, это перестрелка на той горе. Ну, пошел наш. Панам бьют, панам. Залегли. Я выбираю 360 от вас. Залегли. Вы надеялись в движении, то есть по нашему... С горы, миномет, блядь, нас ебут с горы, 60-й. Уходите. Раненый, слышишь мне голос? Если вас пробахтывает АГС. Отходим, пацаны, отходим, блядь, в низину, да, на это запад. Это с этой стороны бьют. Откуда с этой? С города и бьют. Оттуда, откуда мы ушли? Да, или... Свои. Ранен на связи? На связи. Да не, не из города, вы чё? Ребят, с города ничего не бьет, я в городе стою. Никого тут не было. На запад отошли, перевалились на запад, блядь. Тут камешки, блядь, закрепились. Перевязывай. 7-2, может, за БХ пойдет. Мне казалось, что били с той высоты, где вот обработали наверное. Да хороший звуки. Штаб. Тикер, а до сих пор вам дом стреляет. Да. Мы себя замечательно чувствуем. Так, ветер прошел, все, пошли. Пошли и возьмем эти 200, 190. Не задерживайтесь, вообще не высаживайтесь ни в Поросе, ни в Калахоре. Слышите? Все, кто живой, двигаемся 190-180 на юг. Быстрее уходим отсюда, быстрее. Понимаешь, там Том сидит. Вы за домами проедете, я вам нарисовал, так что за домами проезжайте. 7-2, видел, как Бэха 7-1 проскочила, двигаюсь за ними. Все, красавцы. Реда на дальней. Парни, кто живой? Двигаемся, бля. Вы чё, куда? Проехали два хаммера боевых. Да бежим, мы за тобой бежим. Вон еще двое сзади. Одного вижу, что ли. Так, у вас обычная пехота или с трубами? Если нет, с трубами... Живи. Арн, чё там? Если возможно, лечу. Нет, сместите и по охранной линии просто проедьте, как 77, как Бэха проехал. Лечу этого КПГшника нашего. Маршрут, по которому ваша Бэха пророшла. Магнат тоже лечится. В город сам? Ну, бля, ну это пиздец, это разброд нахуй. Заходим в кусты, садимся, сидим, ждем. Все, здесь закрепляемся. К военной базе метка гром, воробей красная. Так, метка на БМП актуальна. Арн, жду тебя на своей метке круговую. Все, кто лечится, жду вас. Поживей, пожалуйста. Так, магнат вылечился, двигаюсь на 200. На юг иди, на юг. На 180. Я буду, пожалуй, свои стреляли сейчас. Да похуй, залегли и все, лежим, не шевелимся, круговую. Полосатый на дальний.
Да, точно. Полосатый на дальней, БХ. Да, на дальней, Стас. Но на дороге противник аккуратнее. Что за ГП? Сейчас покажу как. Понял. А, ты слышал, возле нас гранату высаживает. Сейчас покажу как приедет. Я с нашей высоты, вот я откуда ушли. Да тихо нахуй! Вот, сместись. Лоцман и Зикер на дальней. Да, я по делам маршруту. Сейчас старайтесь к городу прорываться, короче. Стараемся, нас там. ГП с под моста летят. Красавцы, отвлекайте его, отвлекайте. Сколько БК выпустил? 260. Ну, все отлично, вы отвлекаете, а Зикер пускай прорашивает. Все нормально. РФП живые, нет, Саган? Да живые, живые, у нас, блядь, пешком двигаемся. У нас долбоёб, либо разбил, блядь, БМП. Меточку на себя обнови, пожалуйста. Там, где сушил, там пешки, там застряли, там вот там какие-то тоже не могли. Парни, он возле нас, тихо, пожалуйста, не отвлекайте. Бейте полосатов, пизда нас крутит, как в миксере. Блять, ну быстрее, мы сейчас сдохнем, нас объебывает, блядь. Сильно ранен, сильно. Весь, все, сдохну сейчас. Так же по красной линии прорашивайте все. А медик есть какой-нибудь? 7-2 надо медик, блядь, срочно. К мосту нужен медик, нам пизда. Стоп, метка Редов еще до... скоро? Метка Санта, нужен медик. Метка Редов еще скоро, что я не нашел его. Ну куда нам выдвигаться? Я говорю, вы в свою бэху садитесь и по красному маршруту прорашиваете. В чем непонятного? Там где разрывал. Бедный полосатое отделение. Блядь. Закрываемся. Если штаб не выйдет на связь, значит... Да все нормально, блядь. Бинтуюсь, мне тяжко, на, блядь, пизда просто, пацаны. Не выживу, наверное. От разрывов на западе, РПГшник, кто бежит? Твой. Я. Бежит. Я. Упрянул. Все, больше не кидаем. У моста был, да? Сука, я выжил. На 230 с заборчиком маленьким. Рубик язык заплетает, сука. 230 пулеметчик. Дистанция метров 150. Он убегает, смотри. Ебашь ты всех нахуй, сука, здесь, блядь. В какую сторону бежит? Дымы, 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 чьи дымы? Да за ГПш ты, блядь. Блядь, седьмых АГС накрывает. Все нахуй высыпнул отсюда. Да ГПш думай. Реда на дальней еще. Да, мы едем. Давай. Так, смотри, только меня не гипаешь, я бегу, ты куда-то гипаешь, прям меня. Принял. Ветер на дальней, нет? Медики едут на метку Санту, если едут, то тут враг. Что, не ехать? Ехать, но тут враг, будь аккуратна. Убирай сенсор, разреши двигаться по позиции пулеметчика. Двигаться. Да, у нас, да. Парни, ебите врага как можете, нахуй. Чё вы спрашиваете? Видите, пиздяч. Едьте по красной линии, потом свернете на черную. Я, походу, уже не жилец, так что это... Высадите отделение и от СБХи, работайте по противнику.
612 бинтов на себя. Там поманеврируйте, ребята, вам надо к городу прорываться, но там опасно, там есть пихи. Она чтобы бэху не выбили, чтобы пехота в город пошла и порешала там все. Поняли. Значит. Так, я пешеход, орни-то, блядь, бери пацанов. Сам говорил, сам? Нет, я говорю рядом. Бипоху пока, блядь, идем в район заправки, блядь. Все в район заправки. Сборы оставшихся живых в районе заправки. Азимут готово, блядь. Азимут движение к заправке будет 200, 190. Сейчас Элис должна вернуться, медика на. Занимайте свои позиции, у вас воробей командует. Локсман нашел время. Блядь, он уже, сука. Понял. Он убил Хулката, походу. Нет, я здесь, я смотрю за камнем, он за камнем тут сидит, я его вижу. Какой пехота вал на высадку? Да, где пехота придет. Вот там пизда. Нет, у меня ног нет, мне нужен медик. Скай, у бэх и пушка не работает. Пизда, пизда, теперь сдох. К заправке, все к заправке. Видите, дома, заправку, петролиум, блядь, какой-то. Пускай твое отделение высаживается, двигает в город. Алло! Кто живой? Да, идем уже. Поедьте чуть-чуть. Живей. Так, гранатометчик, давай смещаемся. А куда смещаемся? К мостам? Я у мостов чищу их. Все, я тебя вижу, гранатометчика убрал этого пулеметчика. Я этого ГПшника тоже убрал. Давай, давай, магнат, беги, беги. Не жди меня, я без ног. Пойду проверю, что за уебок, блядь. Арн, труба есть? Нету. У меня труба есть. Да это ты тихо там, нахуй. Так, ну чё, пацанов держать нельзя, давай надо отдавать, блядь, выводить. Штаб, проверка дальней. Живой еще, нет? Да еще да. Ставь метки на противника и есть акция отработает, если что. Не знаю. Враг на северо-востоке. А мне показалось северо-восток. Ебать гремит пизда. Вот Стаффа, под черной меткой, где спешишь конкретно? К заправке иди, возьми ДВ, блять. Повтори, кто докладывал? Реды БМП. Сейчас. Реды БМП, продвигайтесь по берегу, приблизительно сейчас поставлю, высаживайте отделение. Так, это 7-2, командир без ног, я пешеход, отдаю командование ДВ-ху, там Арн будет на КВ, на ДВ. Отлично. Фарн, у тебя сумка есть за спиной? Реды, у меня есть. Пыхи, постарайтесь проехать сейчас на рису. Но у меня русский крышечек. Да я в рот ебать не знаю. Куда-нибудь по маршруту. Где ты там? Давай иди сюда быстрее. Противника. Подожди, ямочка, где-то работал он близко. Так, понял. Бортес, бери команду, не нахуй этого Арна, бля. Поймаешь, пристрелишь. У него ямочка близко, бля. Кидай сумку, бери ДВ. Из сумки что надо, там в ДВ перекинешь потом. Перекидывай, что тебе надо там из сумки. Так, Бортес командует, вас ведет. У тебя Бортес есть GPS, нет? Да нет, конечно. На GPS, блядь, будешь командором, бля. Вот он лежит. Из сумки все взял, что тебе надо? Да, все взял. Все, веди пацанов по маршруту, бля, по берегу, блядь, прям как будет. Все, двигайтесь вперед, блядь. Прям вдоль дороги, вдоль берега. Вперед, вперед, вперед. Меня не ждать, ничего не искать меня, блядь. Я буду ползти за вами. Дойду, дойду, не дойду. РПГ живой? РПГшник, прием. А, не было. Значит, наш РПГшник кто?
Бартес, дави азимутом там. Сдвиг весь. Делайте сдвиг. Можете по ОГшке таскать его. Делайте сдвиг и ПКВ. И двигайтесь и по в этом дальше. Давайте. На связи. Врагу не сдается наш гордый варяг, бля. А ну хорош там лутать, блядь, в атаку пошли. Блядь! А ну хорош лутать, давай в атаку, блядь. Пристрелю нахуй. Думают, что я пешеход и пиздец, что ли? Нихуя, не тут-то было. Блин, ты чего у меня не работает? Меня слышно вообще? Да. Ёбаная рация. Так, кто там бежит еще без трубы в этой группе? Ну-ка ко мне дайте, я вам еще трубу, блядь, дам. Вот ты последний на меня смотришь, иди сюда. Отвернулся. Помощник, ёбаный РПГшник, иди сюда, блядь. Тупой. У вас помощник РПГшника без сдвига на КВ бежит. Бывает, ничего страшного. Так, Санта, ты с биноклем? Да. Ты смотришь сейчас в сторону моста, прям? Да, в тыл. Вижу за камнем какого-то крендера. Это я. Ну а что ты там делаешь-то, блядь? Иди в атаку нахуй. Я без ног, блядь, иду самый последний, блядь. Пацаны уже убежали нахуй на полкилометра, блядь. Чистил тылы, чистил. Какой чистил тылы, Арн, блядь? Вперед давай. Бартес, ну-ка ревкни там на них, нахуй, я вас выебу всех в жопу, блядь, бегом в атаку. Жопу. Бартес. А, он даже не на КВ, ебал. Его убили, походу. Не, он, походу, тоже сдвиг не сделал просто. Блин. Один сказал просто резерв, а второй говорит сдвиг, понимаешь? Я сделал сдвиг, а он, походу, ушел на резерв. Ну, пойдем на резерв перейдем. Давай. А что у меня за резерв? Сейчас поищу. Не сообщайте сюда. Алло, блядь. А чё вы ушли на этот, на резерв, а не на сдвиг? Все, давай, 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 все, вперед, вперед. Бартес, ревкой на них, гони их нахуй, у тебя арм в жопе. Вражеские хаммера вижу на 100. Наши по карте уже впереди. Рубероид около двух хаммеров, тут два хаммера, рубероид свой. А, все, понял. А есть на ходу хаммер? Сзади шига едет, ребята, сзади шига через мост. Да своя, наверное. Этот, Бартес, запроси у Элис там, она медиком, она, наверное, меня ищет. Так давай мы тебя на хаммере отвезем, ёбаный. Если есть хаммер, дайте мне хаммер, я один ворвусь на нем. ПДВ скажите, чтобы там без ноги, блядь, ворвется. Санта, ПДВ сдвиг не делали? Ну, перейди, попробуй. Сделали, был, и, знать, от первого ДВ был один сдвиг. Попробуй еще сдвиг. Ну, резерв. Мы 7-2.
Бля, Шишек же может, если там Элис, она мне может ноги починить. Сейчас Руберот поставят колесо, блядь, на Хаммер ебучий, и поедешь себе. О, подхожу к камерам. Нашел этот штаб? Да, да, слушай. Там тишина вообще полнейшая. Элис жива, нет? Молчит. А, вообще никого нету? На... Ну там что-то пару человек тебя бегнули и замолчали в итоге. Так, все, идем вдоль берега, короче, на триггер, что 150 зима. Замена колеса на ГС на 50%. Подхожу как раз. Парни, давайте, Арн, блядь, давай вперед, где-то там. Жоповик. Арн. Давай, давай, вперед, блядь, сзади. Так, у кого трубы нету еще? Форма. Так, тебе она не нужна, ты сзади. Блять, конечно, гремит вообще эпично. АГС на Хаммер готов. Подхожу. Стопэ. Гружусь в ЭГС, на, блядь. Доложи, что, блядь, будут прорываться на Хаммере в триггер. Бортес. Да молчат вообще. Эй, ладно, парни, с Богом, увидимся в 200-м, блядь. Спасибо. Я еще жив. Сам-то смотри, там по северо-западу лучше не
я въебался тут в дерево, блядь. Он на колесах, но не едет. Иду пешком по берегу прям. Сейчас догоним. Да, давайте. Увидите, я там с ветровской бэхой сгоревший тут, блядь, недалеко. Ну, меня быстро убьют, я даже убежать не смогу. О, медицинская М113! Чё, живаешься? У-у-у, Хамеров тьма! Да, 113-я целая. Как он, ты всё равно сам себя вылечить не сможешь. Ну, она покрепче будет, чем Хаммер-то, братан. Ну, тут, конечно, бесспорно. Мне больше... Мне больше ничего не надо. Да, наверное, если она поедет. Скажешь, я метку поставлю. У меня GPS-ик появился, все нормас. Ну, кстати, ты зачем ты берешь сзади меня? Нихуя. Жадная сволочь. Паскуда, да? Все, я поехал, парни. На чем, на 113? Да. Сними его нахер, что он там идет. По белой линии грома еду.
Я перед зоной, перед зоной. Бортес. Ох, трэш. Мерзавец, блядь. Болил меня, блядь. Безногого убил. Мерзавец, блядь, безногого снова.